Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня, друзья, хочу поделиться с вами новой рекламной платформой. Называется 7LinksClick. Вот как-то так. Где можно продвигать свои проекты. Это, как я уже сказала, рекламная платформа. Бесконечный трафик. В течение 30 дней на каждую активированную ссылку, баннер или партнерские отчисления в размере 50% прямо на кошелек в момент оплаты личным партнером. Но здесь это все можно прочесть. Я еще даже не регистрировалась. Буду все делать в режиме онлайн. Также здесь вопросы-ответы. Могу я заказать рекламу бесплатно? Нет. Сколько работает заказная услуга, как я уже сказала, 30 дней. Ну и так далее. Почта. Давайте зарегистрируемся. Значит, открыть кабинет. Значит, войти в кабинет. Введите свой Pair кошелька. Кликаем. Ввожу Pair кошелек. Будьте предельно внимательны, так как после того, как вы видите Pair кошелек, изменить будет невозможно. Так что будьте внимательны. Проверяю. Разгадываем капчу. Кликаю «Войти». И прежде чем войти в личный кабинет, нужно просмотреть 7 реклам других пользователей. Потому как проект называется 7LinksClick. Давайте просмотрим. Кликаем. Если вас заинтересует рекламка, да, какая-нибудь, можно как бы зарегистрироваться, естественно. Следующее. Закрываем. Следующее. Закрываем. Видим, это все быстро делается. Так, это я закрываю. Следующее. Закрываем. Шестая рекламка. Ну и седьмая рекламка. Все. 7 реклам я просмотрела и попала в личный кабинет. Здесь идет бегущая строка. Крайние 100 выплат. Значит, здесь переход по рефсылке, партнеров, куплено ссылок. Выплачено, как бы идет статистика. Также реферальная ссылочка. Окей. Так, далее что у нас? Добавить рекламу. Так, здесь у нас что?
добавить рекламу, работает в режиме ротации и занимает случайное место в цепочке ссылок, получает трафик от нашего сайта и сторонних ресурсов. Стоимость 50 рублей. Сюда вводим ссылочку, заголовок до 70 символов. Далее добавить баннер. Видите ссылку на баннер. Также еще ссылку на баннер. А, ссылка на свой ресурс. Это реферальная ссылочка. Сюда ссылочку на баннер. Также добавить VIP-реклама. Стоит 1000 рублей. Видите ссылку. Баннер у нас стоит 100 рублей. А простая ссылка стоит 50 рублей. В месяц будет у вас работать реклама. Я считаю, что это за месяц 50 рублей. Это недорого, друзья. Значит, ну что. Давайте я сейчас вставим. Я еще не оплачивал, как видели. Я только зарегистрировалась. Буду рекламить. Я вот этот проект закину. Так, скопировать ссылку. Копирую. Перехожу. Кошелек я заранее открыла, чтобы... А сюда заголовок. Ставим русский. Название. Ну вот как-то так. Теперь добавить ссылку кликаю. Ссылка успешно добавлена. Так, оплатить ее для активации сразу. Так, а как же ее оплатить? Ага, вот, оплатить без вложений платья. Вот так будет отображаться моя реклама. И опускаемся ниже. Оплатить 50 рублей. Сразу. Перебрасывать на Payeer. Все предельно просто. Убираю рубли. Подтверждаю. Оплатить. Подтвердить. Окей. И меня перебрасывают обратно в кабинет. Все, я оплатила. Редактировать и изменять, как бы ссылку менять, нельзя. Если вам нужно новый проект прорекламить, опять же таки оплачиваем, вставляем ссылку, заголовок, добавляем и оплачиваем. Вот. И вот моя рекламка. Статус оплачено. Как бы. А следующую, новую как бы рекламку. И, как я уже сказала, по новой нужно будет оплачивать. Вот. Ну и также случайные ссылки участников. Также можно, конечно, просматривать. Вот. Кому интересно, заходите. Рекламьте свои проекты. Ну, интересно, друзья, пройдите мимо. Все.
Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!